Да, здравствуйте, мое имя Алекс. Я живу в США, в Голливуде. Вот как вы видите, сзади меня дом. Этот дом здесь стоит, может, 50 миллионов долларов. Многие говорят, что очень тяжело здесь жить и работать. Здесь, к примеру, этот дом сзади меня, который вы видите, он стоит, может, 50 миллионов здесь. Ну, такой же дом можно построить где-нибудь в тихой глуши, за тихом городишке маленьким, может, за 500 тысяч. Так что вы можете обойтись 500 тысяч. Просто разница также, если вы хотите жить в Ленинграде, в Москве или в какой-нибудь деревне. Это Беверли-Хиллз, один из самых дорогих, красивых районов. Дом этот смотрится вот такой. Он, конечно, красивый, ничего не скажешь. Но он очень дорого и по нашим карманам, я думаю. Только единицы может купить такой дом. Ну, если вы дом такой купите, как, допустим, в Ленинграде вы имеете, или в Москве дом, и также можете купить в деревне дом, построить. Такой дом можно построить намного дешевле, если вы на окраине города даже. Просто здесь дорогой зип-код, и все дорого стоит. И здесь в США не так уж все плохо, и слово минусы и плюсы, все это растяжимое, и можно все сделать, и все будет. Можно и обойтись, и 500 тысяч такой дом построить на окраине города. Отсюда, может, 100-200 майлов можно такой дом построить тоже за меньшую сумму. Ну окей, вот это я хотел вам показать, а потом покажу я вам еще больше что-то. Это Алекс из Америки, США. Спасибо, до свидания.